привет. Вот хочу вам показать маленький сюжетик. Вот примерно то, что вы видите, находится над головами в любом офисе. Ну, практически в любом. Это обилие проводов в подлоке и так далее. Там была поставлена задача перенести провода из одного помещения в другое. И вот, естественно, системным администратором, специалистом высокого, высочайшего полета, мы начали работать. Вот туда залезли и обнаружили вот такую кипу, которую вы видите. Это просто кошмар какой-то. Дело в том, что мы офис снимаем, бизнес-центр, естественно, все делали не мы. Вот, а нам просто приходится вот латать эти дыры, которые оставили какие-то люди, которые прокладывали вот эти кабели. Поэтому вот сначала мы все кабели отсоединили в большой коробочке. Предварительно их, естественно, залезли в подволок. Сделали там свет, чтобы можно было хоть что-то видеть. Вот. Ну, скажу честно, достаточно муторная работа. Муторная и тяжелая. Потому что руки всегда вверху. Вот уже вытащили часть, начали распушать их. Но вот я придумал такое слово. Наверное, такого слова нет, но вот пусть будет такое слово. Распушить провода. А может и есть, я не знаю. Вот распушаем провода, ну, чтобы хоть как-то они освободились. Ну вот дело уже пошло. Вот Константин уже пришел в другую комнату. На лестнице было не очень удобно там работать, поэтому мы поставили что-то такое покруче. А круче это был обыкновенный стол и тумбочка, потому что на него проще было забраться, и там хоть было место, можно было хоть чуть-чуть вращаться. Работать надо на высоте. Вот начали медленной скоростью. Вот это я уже показываю в другой комнате, вот такое творится, да? Ну, вот. В общем-то, конечно, никакая не новость, это у всех так. И вот начали по несколько проводов по одному попробовать протянуть, потому что перекрытие бетонное, там такая дырка разбитая. И вот тихо по одному проводу начали вытаскивать их. Те провода, которые не вытаскивали, сломались. Их просто сначала отрезали, а потом обжимали. Специально есть такой прибочкой, но, к сожалению, я не показал его. Вот, и уже, видишь, какой-то... Что-то видно, да? Уже какие-то провода появились, уже такие вот более-менее распутанные. Вот, ну, действительно, тут надо быть всегда начеку, когда работаешь на высоте, чтобы не рухнуть и не упасть. Вот. Надо соблюдать технику безопасности. Ну, какая? Ну, такая, что никуда не надо особенно пальцев втыкать, потому что неизвестно, кто это делал. Возможно, делали наши братья, как говорится, меньшие. Вот. И поэтому лучше туда не залезать. Идут там 220 и шарахнет, и всем привет. Поэтому надо быть аккуратным очень, ну, чтобы не упасть. Никуда руки просто так не сувать пальцы, короче говоря. Вот. Ну вот, тихо-тихо, медленной скоростью что-то мы протащили. Вот. Ну вот уже что-то появилось на полу в другой комнате, это уже радует. Вот, кипа проводов висит. А вот теперь в эту коробочку надо все воткнуть и попробовать, будет ли работать. Вот. Все провода подписываем на всякий случай еще раз. И подписываем розетки, которые... помещение уже. Здесь я пустил немного побыстрее, чтобы скорость шла, потому что достаточно работа нудная. Вот подсоединяем все провода. Вот. Сначала как надо, конечно, найти, какие провода. Вот, находим, подсоединяем. Вот, смотрим, что, как, где и почем. Вот сейчас, по идее, должно там кое-что загореться таким зелененьким светом. И значит, вроде как и всего. Видишь, зеленый свет есть. Вперед и увысь, как говорится. Вот, то есть, ну, вроде как все заработало. Вот я тихо, пока во время скрутил провода, привел более-менее такой приличный порядок, потому что, ну, себе дороже. Лучше сделать один раз, чтобы потом не долбаться. Поэтому мы
более-менее привели в порядок то, что, в принципе, должны были привести работники, которые прокладывали здесь кабели в этих помещениях. Ну вот, теперь надо включить каждый компьютер на всякий случай, включить серверок, я уже здесь не показываю, и проверить, как они работают. Сначала мы делаем как бы все это на земле, а потом уже эту коробку мы решили перенести наверх, закрепить ее там, вот, чтобы она не мешалась. Вот, зашить проволоку, подвод нормальным образом. Вот опять ситуация примерно такая, что там, короче, проводов море. Просто какие-то непонятные провода. Боишься еще, не дай бог, что-нибудь там вот это нарушишь. Поэтому мы старались брать только свои провода, которые тянули, как-то их уложить, укрепить. А укрепить можно было, там были выбиты гвозди в бетон. Из веревочки мы крепляли, подвешивали их. Вот эти вот наши скрученные провода, которые уже были. Вот, ну а теперь убираем. Вот примерно так получилось. Все зашито было. Вот, пока, до встречи, посмотрели все. Всем привет!